На завод вот это, пара-бам-бам-бам. Я понимаю. Здравствуйте. Здрасте. Я хочу открыть парикмахерскую. Можно какое-нибудь креативное название? Легко, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Значит, смотрите, вот в реестре смотрю, какие названия уже нельзя. Значит, Екатерина, Ольга, Анастасия, Анжела, Виктория. А можно Елена в честь мамы? Нельзя, Елена. Значит, остались два имени, Игорь и Антон. Так... Добрый вечер, мэр города Магадана. Здравствуйте. Вы знаете, я понял, в чем проблема нашего города. Почему у нас так мало денег? Я прочитал книгу по фэншую. Оказывается, чтобы все финансовые потоки пошли через нас, надо поменять название города. Есть предложение? Все финансовые потоки? Да. Москва. Москва. А мне нравится. Мэр Москвы. Здравствуй, житель Москвы! Мэр Москвы! О, Сан Саныч, здравствуйте! Как ваша палаточка поживает? Ничего, моя палаточка нормально, решил вот магазин новый открыть. Да ладно, неудивительно. А где? Где-где? На звезде. На звезде? Там, где баня, что ли? Точно. Там же еще баня есть. Ах ты молодец, а! Ну, ну что ты можешь предложить мне, да? Ювелирный. Ну, естественно. Ну, попробуйте золото. Уже открыл. Ну, попробуйте русское золото. Есть. Ну, попробуйте империя золота. Есть. Ну, попробуйте самородок. Уже открыл. Ну, русский золотой самородок. Есть. Русская золотая империя. Есть. Самородок тире. Попробуйте не открывать больше магазины, Сан Саныч. Магаданский цирк! Дамы и господа, встречайте вашему вниманию каратаходец! Человек, полезай в пушку!